Ну что, всем привет, дорогие друзья, у нас сегодня 12 декабря, я вчера взяла у Выши, мы вообще сегодня с девчонками договорились все собраться, Катя, Яна, но не по 30 километров от меня живут, в разных сторонах. И мы договорились, что соберемся, Яна будет стрелять, я сказала девочке, давайте, чтобы вы зря не ехали, я сперва пойду, посмотрю, на месте она или нет. Короче, я сейчас пришла к поликлинику с кормом, посмотреть, на месте она или нет, подкормить, если на месте, я звоню девочкам, они идут. Вот мы заходим за угол. Иди. Иди, конечно, не бойся. Я тебе его сюда. Здрасте. Давай. А ты мое золото, конечно. Опа. Кушай, кушай. На, моя золото. Еще больше насыпем, да? Ну, конечно, хорошая девочка. А кто ж тебе тут разбил бровь, а? Кто ж это сделал, бесстыжий, бессовестный? Бровякуську разбил, да? Это ты мое золото. А, разбили бровякуську, скажи, да? Разбили, а почему ты мне подходить не давала? Велочка, Велочка, хорошая девочка. Конечно, ты хорошая девочка. Только я, дура, поводок не взяла. Уже бы тебя взяла потихоньку. Мы пошли домой. Ладно, поеду я за поводком. Может, получится подзить. Ой, сейчас Сёма хорошая. Пошла в машину, нашла еле поводок. А она уже сытая дала. Она же чуть настороженная. Вытащила поводок, она увидела и убежала. Так, план таков. Вечером стрелять пока не будем, чтобы совсем не напугать. Вечером она опять проголодается. Я принесу ей еды. Она подойдет опять поест. Вот она, кстати. И этот. Белка, ну, скажи, группа поддержки, скажи, дайте мне отдохнуть. Да. Господи, хоть бы получилось. Я попросила меня охрану пропустить. Это я. Спасибо. Она там в шоке, не может никуда подойти. Сейчас я как-нибудь объеду. Вон она. Мне помог мужчина ее схватить, обвязать. Она к нему подошла. Она в шоке выдиралась, но она крупная собака. Все, легла, и мы не можем ее. Сейчас... Я подъеду задом, и чтобы мы ее загрузили, не знаю, ребят, не могу снимать пока что, никак. Сейчас вот так. Ну что, вставай давай. Вставай, вставай. Вставай. Белка, ну вставай давай, передние лапки сперва. Да, опа, передние лапки давай. Давай, давай, давай. Да, раз, и за попу тебе. Давай, опа, давай. Ну я ее привяжу. Ой, спасибо вам. Вот и стрелять не надо, скажи, снотворными. Не так, сиди, сиди, не бойся. Нет, 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 нет. Главное, чтобы ты... Боже мой, спасибо вам большое от души. Как хорошо. Так. Хорошие руки. Да, руки хорошие. Да, конечно. Боже мой. Как классно. Так. Белка, ну что ты? Скажи, меня поймали бесстыжие такие. Тут прицепились сперва на что-то. Сперва моего сыночечки нас забрали. Не переживай, Белка, ты же хорошая, ты даже нас не покусала. Даже просто как ты, как большой, как персик. Просто перепугалась и все на этом. Просто перепугалась и все, и села. Хотя персик еще огрызался чуть-чуть, но боялся. Белка, я тебя люблю просто. Обожаю. Боже, спасибо этому мужчине большое. Я не могу, он помог просто вообще. Сейчас плакать буду просто. Сейчас девочка совсем. Девочки, смотрите, отбой. Я сейчас вообще зарыдаю просто от счастья. Скажи, никого стрелять не надо. Вот мы уже в багажнике сидим. Ну что, скажи, вас всю подруженцу забрали. Скажи, а нас почему никто не забьет? Это уже девочка будет плодиться и размножаться. Ребятушки, давайте заберем хотя бы эту девочку. Ну что это такое? Далматинушку маленькую, да? Давай. Короче. Алабайка, не переживай.
Ты теперь попадешь в Швецию, ручки нашлись. В Германии тоже, но там под вопросом. А в Швеции уже не под вопросом. Короче, было так. Я прихожу одна. Помню, что у меня в машине есть короткий поводок. Посмотрела в машине, после вчерашнего вот этого хаоса, Ставрополь, не Ставрополь. Короче, это все затерялось. Я думаю, ну ладно, просто пойду посмотрю. Взяла корм. Она лежит. Я ей высыпала, она подходит, кушает, я ее глажу. В целом, если был бы поводок, просто зацепила и пошла домой, понимаете? Я такая думаю, опять, почему я не взяла поводок? Прихожу, думаю, ну сейчас она наестся. Взяла влажный корм, он же повкуснее для собак, привлекательнее. Иду с влажным кормом, а она уже наелась. Она уже меня чуть-чуть сторонится. Сейчас, подождите. О, меня увидели. Все, спасибо. Да, спасибо. Боже мой, ребята, она только недавно перегуляла. Не переживайте. Она бы просто нарожала бы сейчас там. И там бы ее травили, детей потравили. Девочки, иду обратно. Она от меня сторонится. Все, ну я к ней подошла. Так, она мне дает погладить себя. Я из кармана достаю поводок. Она убегает. От какой-то охраны или кто там, не знаю. Идет мимо, она к нему подбегает. За ним все собачки. И она к нему, он ее наглаживает. Все. Я ему говорю, вы можете ее, я вот дам поводок, а вы ей одеть. Да, подходи, говорит. Ну, я говорю, я ей хорошие ручки нашла. Я подхожу, он ее за шкирку держит. Я ему, короче, помогла хорошо одеть эту алабайку. Мы пошли, а она как стала, она же крупная, она стала вырываться. Я удержать не могу, он еле удерживает. Я говорю, вы поможете мне до машины довести. Короче, в итоге не получилось. Через 3 шага она села мертвым грузом, сказала, я никуда не пойду. Он говорит, ну лишь бы не кусила. Но она не кусается, она просто от испуга молча боится. Она не даже не рыкнула. Я уже Мише звоню, а что звонить? Я стояла, говорю, у меня там машина. Проси, говорит, охранника и запустишь. Я говорю, вы ее только держите. Я бегу до охранника, говорю, там у вас алабайка. Я ее нашла ручки. Можно, я сейчас на машине заеду, мы ее поймали. Я просто загружу и выйду. Да, говорит, забирайте алабайку. Я быстрее на машине. Загружаем багажник. Я кнопку нажимаю, я ее там привязала, я нажимаю. Боже, это же вообще, девочки, даже не надо все, вам срываться, никуда ехать. Этот пневмат, я сегодня его отвезу тогда, я сегодня как раз хочу леди, уже у меня планы тогда, на дольше все хватит, да? Ой, боже мой, боже мой. Я, естественно, как свинюшка вся. У меня, кстати, сегодня еще отвес минус, ну, минус 400 грамм, ну, цифра ушла. Короче, у меня за месяц, сегодня 30-й день, минус 6 килограмм с помощью диетолога нашего. Первые 4 килограмма, правда, ушли за неделю, моего жесткача. Ну, в общем, у меня, видите, пятерная, десятерная радость. Боже мой, боже мой. Кому-то для нереального, капец, земного счастья нужно там, не знаю, тачку, дом, квартиру, куча денег. А да, Елене нужно всего лишь для счастья поймать собаку спокойно. Ну, слава богу, я тебя поздравляю, что хорошо поймали, и мы не сорвались, и вообще, да, наркоз, и вот этот вот стрелять в нее больше, пугать, стресс для нее будет. Вообще шикарная как-то. Молодец. Реальная радость, как будто она нереальный выигрыш получила, который вообще нескончаемый. Мне кажется, вообще такого счастья не было, даже когда я машину покупала. Нет, было, но я не знаю, даже это сейчас счастье у меня выше или то было. Просто, я не знаю, это такой кайф. Просто, я еще думаю, черт побери, почему я не могу все заснять, что происходит? Ну, чуть-чуть местами поснимала. Боже, у меня вообще весь день теперь удался, считайте. Что, ребят, я подъезжаю домой. Мы сейчас, чтобы не было, как с кусакой. Сейчас я задом заеду, чтобы точно она уже не сбежала никуда. У Милы там... А, не у Милы, а у Рады. Паническая истерика. Ага. Чё? Тут осторожно. Все, давай, заезжай, тут люди уже близко подъехала. Ага. Да, я тут на эмоциях, поэтому, да, меня нужно немножко останавливать. Накормим, напоим. Место уложим. Миша, мы сейчас едем в Ессентуки, нам нужно срочно леди отправить. На лечение она ждет, потому что мы вчера не отправили, нужно отправлять. Так, ну что, открывай. Она не кусается. Она не кусается. От возмущения помрет. Пусть знакомится, Миша, пусть познакомится. Миша. Она сейчас нервничает, понимаешь? Ну, сейчас кусит, понимаешь? Ну, кусит, да. Теперь этот еще гавкает. Короче, она попала в кошкин дом. Ну что? Хасик, не писи! Не писи! Ну что, Белка? Давай, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. У меня от брови рамка, блядь, подралась. Пойдем. Пошли? Не хочет. Да пусть Хасик знакомится. Не, пусть знакомится, когда она может отступить, Гаян. Если ей некуда отступать, она может сильно нервничать. Отпустишь тогда? Отпускать? Да. Все. Все, тогда можно. Тогда она может, если что, убежать. Закрой дверь. Хасик, прекрати обижать дам. Таких культурных тем более. Хася. Давай мы с тебя снимем. Смотри, пусть она у нас, ну, осваивается. Угу.
Главное, чтобы она не сбежала никуда. Я не могу поверить в это. Хася, подожди. Хасик, ну он Хасик, прекрати. Хася играться хочешь, а я не до игр. Ты покормил? Ай, смотри, какой радостный Хася. Он клоп по сравнению с ней. Хася говорит, давай играться. Ну все, пойдем. Да какой пойдем, что он снимает? Миша, а где вода, еда? Вон и вода, вон еда. Где же съели? Вот. На, подержи, посмотрю, на. Хасик, ну ты кастрированный, ну куда же ты лезешь, а? Она уже беременная. Вы все опоздали. Вода вот, я всегда их наполняю. Ну вода вот здесь. В тазике. Ну хотя бы корм у меня в машине. Да здесь корм. Это что за территория? А ну-ка. Малыш, ну куда ж тебя несет? У нас остальные собаки на переднем дворе, потому что так хотят. Миша, лишь бы она не сбежала никуда. Ну что ты так боялась? А? Страшно тебе, девица? Ой, боже мой, не бойся. Малыш, это твоя подруженца теперь. Хасика, подружка, он тут все. Готов на все, лишь бы дай с тобой подружиться. У меня таких больших дам еще не было, говорит. Таких больших дам. Хасик, ну ты вообще наглый парень, я тебе скажу. Таких больших дам, ну вообще у меня не было. Давай, на, белка, на. Она пытается сбежать, смотри. Сейчас перепрыгнет к бабушке и до свидули. На. Хасик, будь джентльменом. Белка, на. Слушай, она не сбежит? На. Хасик вообще в восторге. Да, Хасика придержу. Хасик, иди сюда. Не, ну Хасик радуется, отстанет парня. Парень тут наконец-таки скажет, внимание удели. Наконец-таки собака больше его появилась, да? Да, подружка такая, под цвет него. Скажет, ну что, ну наконец-таки, ну хоть кто-то тут появился. Таких же размеров, а то одни мелкаши да мелкаши. Хоть кто-то более меня будет. О, никак им. Ой, у нее слизь там, Миш. Ну, конечно, плохо. Ну-ка, фуф. Там что, червячки? Да. Или макароны это? Подожди. А, черви, у нее глистов полно. У нее полно ты этого. Ты не нюхай. Не, они еще живые. Прикинь, у нее внутри что происходит. Если они уже выходят в таким количестве, там внутри караул. Давай я сейчас противоглистное дам. Прям сейчас. Подожди. Да, я уберу и держу оборону. Держу оборону. Паразитов очень полно. Я не знаю, в хасике, если весит 30 или сколько, 20 с чем-то, то она килограмм 40, нет, больше 45-50. Жесть. Черви. Черви, черви, черви. Помнишь, Тимон и Пумба? Спит Пумба. Черви, 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 черви. Вот и у нее так. Сосиска по паучке, оболочка. Короче, она ела все, что ей давали. Хасик, ну кайфуй. Ну, Хасик проглистован. Сейчас я ей буду давать. Так, нужно леди отвозить. Лишь бы ее никто не убежала она никуда. Кошки мои в шоке. Вон эта троица, которую я нашла в коробке. Вон они все в шоке. Да, Хасик? Говорит, куда ж мне сбежать? Миша, какая она интеллигентная собака. Ой, ты меня сбить хочешь. Очень интеллигентная собака. Вот это. Ой, у нее глиста висит уже. Короче, надо дать ей таблетку. Пошла я домой. Или куплю, потому что для таких крупников у меня нет таблетки. Да ты мое золото. Я пришла с таблеточками. Давай, малышка. Давай, мы тебе дадим. Хасик, отвали. Давай. Хасик мешает. Она боится. Не бойся. Давай, посмотри твои зубки, хорошо? Зубки твои посмотрим. Ой, какие красивые. Глотай. Давай. Хасик, что ты смотришь? Из-за тебя она перепугалась. Ну? Не бойся, малыш, покажи. Все? Моя булочка. Молодец. Все. Съела таблетки? Ой. Ну, потом Хасика будешь на место ставить. Все, малыш.
Таблетки дали от глистов. Вроде хорошие. Да, не бойся. Ну что, ребят, алабайки дала я от паразитов. Теперь что мы делаем? Нам нужно срочно ехать в клинику. По леди есть новости. Он вчера ел, был активный, сегодня все. С точностью, да, наоборот. Ну, как обычно. Понимаете, как обычно. Он то ест, то опять помрал, собирается делать. Давай, в клинику, на капельницах. Ему почему-то в Георгиевске всегда лучше становится, на капельницах. Там на капельницах нет, а в Георгиевске, да. Все. Чувствую, мне скоро, когда буду жить в Ставрополе, буду ехать в Георгиевск в клинике. Ну что, ребят, я наглаживала рубашку, в итоге еду опять в спортивках, потому что в этом удобно. Мы взяли с собой Леди. Леди, покажись! Вон Леди, вот Сапфира на перевязку.